Запарковали машину где-то вне парка, который предусмотрен для шаттл. И сейчас вот топаем пешком. Привет, дорогие подписчики! Это ваша зажигалочка. И сегодня у нас особенное видео. Вместе с Анжеликой мы у великолепной реки Virgin. Приготовьтесь к потоку красоты и не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Вот по такой тропинке тут мы топаем. Тут столько парковок можно было бы сделать. Но тем не менее, парковки все заняты, люди крутятся вокруг, нет мест. А тут полно по парку. Вот посмотрите, свободного места. Нет, худо без добра. Так как мы шли пешком, наш шаттл мы нашли вот такую прекрасную горную речку. Вот смотрите. После живописной поездки по парку мы с трудом находим парковку и оказываемся у берега реки Virgin, жизненной силы, которая вырезала великолепный каньон Зайн миллионы лет. Ее прозрачные воды извиваются через парк, создавая спокойную и живописную обстановку для пеших прогулок и любителей природы. Вот такие тут камни. Видите, у меня под ногами. И прекрасная речушка. Мы идем вот туда. Там шаттл-сервис вот за нами. То есть автобусы, которые возят по красочной дороге. Вот тут мы на этой речушке побывали, на горной. Даже уходить не хочется. Природа очень красивая. Селфиков наделали. А что ты делаешь? Шум текущей реки, горы, очень все, воздух свежий, в общем, краски такие насыщенные. Давайте теперь пойдем на шаттл и посмотрим, где эта река Virgin на протяжении 13 миллионов лет прорезала красные песчаники национального парка Зайн, создав одни из самых исключительных пейзажей в системе национальных парков. Более приключенчески настроенные души могут отправиться в мирознаменитый Нероус или ущелье, вырубленное рекой Virgin. За миллионы лет река Virgin вымыла в красных песчаниках Наваха каньон длиной 24 километра и глубиной до 800 метров, ширина которой в самых узких местах не достигает 6 метров. Пробираясь сквозь воду, окруженную высокими стенами и скалами, сверкающими оттенками красного и оранжевого, легко почувствовать древнюю энергию этого природного чуда. Пошли. Идем к горам, вот к этим большим, вот к этим, и прячься, вон, смотри, какая гора, и речка горная, просто супер, спасибо, Анжелика. Вау! Длина реки 261 километр, она была признана первой дикой и живописной рекой штата Юта. Это был невероятный день, и я счастлива, что могла поделиться с вами моими замечательными подписчиками. Благодарю Анжелику за наше совместное приключение. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал, а также делиться своими впечатлениями в комментариях. Всем огромный привет от зажигалочки Анжелики. Встретимся в следующем видео. И помните, всегда веселитесь и цените красоту вокруг. До скорой встречи!